Друзья, в нашей жизни нам часто навязывают чужие правила игры, следовать которым пусть и необходимо, но не всегда приятно. Мы хотим предложить вам свои правила, следовать которым ежедневно пусть не всегда легко, но уж точно приятно. Сколь приятно, столь полезная, эффективная поэзия. Тем более, в самом главном, любимая, прости, я литератор, что так со стороны моей не круто, но знай, я твой не только навигатор, но цель любого твоего маршрута. Вообще, когда ты молчишь, любимая, ты производишь неизгладимое. А вот рефрен вам для любого случая. Вот так и все у нас с тобой получится. И я за то, чтобы нравиться друг другу.